Она очень сильно задумалась, пока играла. Я задумалась, потому что я играла в эту игру. Сформулировать мысль. А знаешь, а я пойду, наверное, в другой. А где? Подожди, а где мой меч? Лопасти кролика. А там можно экипировать лучшего просто. А, я не тот. О, ошибка. Здесь ты вытянешь меч, который круче вообще-то. Какая-то реклама. Йо, тупо встали в позу, чтобы атаковать зрителей. Посмотрите, ну Лана показала, так сказать, насколько она опасная. Все, нет, не трогай зрителей моих. Я только с ним могу так махаться. Ты не трогай. И вот себе будешь такую игру записывать на канал? А что ты махаешься? Давай этот, вон, вытягивай меч, чтобы было махаться чем. Вот это? Да. А зачем? Вытягивай меч, что мне делать? А ну-ка, подожди, а ну-ка. Тяни пятачок. Ты такой. А, все, это легко. Подожди, и что? И у меня теперь меч? А, это неплохо, да. Да, теперь а ну-ка, давай драться теперь. А мы можем пвпшиться с тобой, слышь? Почему? А как сделать пвп? Не знаю, я не пробовала. Как пвп сделать? Ну, типа, да. Так, а этот могу уже или нет? Я больше хотела бы найти здесь какие-нибудь трейды. Мое. О, мне получилось. Второй получилось или первый? Да. Это уже второй. Слышь, ничего себе ты. Два. О, автопоезд включен. Обожаю такие игры. Это есть? Капец. О, офигеть, да. Круто. Автопоезд, Тульян. Превосходно, автопоезд. Автопоезд, да, чудесно. А у вас там подарочек не с какой? Нет? Подарочек имеется какой-то. Да, так, есть. Подожди, или нет? И... А, подарки внизу, это не те подарки, которые хотелось бы, правильно? Ну да, там справа. Справа подарки. А, я забрал уже, походу. О, новый клик? А как так? Там у меня новый клик появился. Не забываем про перерождение, если что. Да, обязательно перерождайтесь. Где? Потому что, ну вот, перерождение. Подожди, а у меня... А у меня заберут силу меч? Силу заберут, а да. Меч? Нет, меч нет. Ты вытаскивай меч. А, тогда сначала вытащу. Вот. Вообще, на самом деле, пока тут Ёши, в общем, с Ульяной думали. Ну, так. Вернее, Ульяна не думала, Ёша только думал, что записать. Что такое? Как это звучит? Ужас. О, тут можно подраться с принцем каким-то. Он стоит тут. Обалдеть. Вы видели? Это, оказывается, босс. А я просто прошла уже в следующий мир и там походила, и вот поэтому... Да, она не закончила свою фразу. Почему-то фраза ограничилась, так сказать, тем, чтобы обидеть Ульяну. Нет, Ульяна... Ёша думал, Ульяна, нет, Ульяна не думала. Что ты такое говоришь? Вообще, извиняйся. Ульяна не думала о том, чтобы здесь, ну, записывать Ёши видео. Очевидно, что Ёша сам записывает видео. Сам записывает, и она тут вот тусуется, говорит. Ой, пока. Сам записывает. Ну ты, конечно, кошка Лана, да. Ой, пока. Она очень сильно задумалась, пока играла. Я задумалась, потому что я играла в эту игру. И не смогла сформулировать мысль. А знаешь, а я пойду, наверное, в другой мир. Ну ладно, ну потише, тише, все нормально. Все хорошо, все хорошо. Ла. Нет. Ла. Нет. Стоит там. Я, между прочим, ушла. Я недавно в ТикТоке наткнулся на кисика, который так смешно так мявкает. Так вот, так и ладно, такая. Тупо нет. Понятно. А что молчишь? А я ушла, я в ивенте тут. Это твое имя на французском? Что значит твое имя на французском? Лана, это в ивенте. Так, а что означает? Ты знаешь, что означает твое имя на французском? А ты проходил вот этот тест, да, ВКонтакте? Дальше записывает видео сам. А я иду в тот мир, в котором я уже... Опять она Ульяну не уважает. Что это такое? Нет, Ульяна делает то, что ей хочется. А вот ты без меня записываешь. Хорошо. Понятно. Капец. Ульяна, ты чувствуешь, да, какую-то агрессию от нее сегодня? Что такое? Абьюз какой-то, реально. Ладно, я буду покупать потом. А ты чё ты? Слушай, я тоже хочу. Мне тоже надо. Да. А чего мне так много? А, ну мне так много, как хотелось. Обыкновенный кто-то там. Клубничное какое-то там мороженое. О, экипировать, это мое. А, у меня тоже. Клубничное мороженое кот. Это буквально скин Ланы тот. Все, хватит, у меня три одинаковых. Слушай, сила пошла сила. Так, а ну-ка. Да, неплохо, сражаться, питомцы крутые. Сражаться, Катетсу Блейд. Так, поехали. У меня редкий питомец выпал. Так, у меня Катетсу Блейд уже, Ульян. Катетсу Блейд,
Да. Интересно, наверное. Да. А, новый меч. Слушай, Экскалибур, наверное, хочу вытащить, поэтому я накоплю. Ну, типа, ну, быстро, мне кажется, я накоплю. Ну, Ульян, как ты считаешь, достоин ли я Экскалибура? Да, абсолютно. Спасибо, Ульян. Я не сомневался в тебе. Спасибо. О, пустынный тигр! Это что, какой-то крутой, да? Ну, наверное, он красный. А, у меня тоже. Это обыкновенный, блин. Ты что, пугаешь меня? Зачем? А, да? Так, домашние животные. Так, анеквип, эквип. Пустынный тигр оборудован. А, их можно крафтить. О, это круто. Если три одинаковых, то да. Стоит там в другой локации, поддакивает. А, между прочим, тут очень интересно. Может, вам тоже стоит пойти в ивент? Так, а мы пока не можем, ладно. Нет, вы можете, это ивент, там бесплатный переход. Да? Ага. Ну, я хочу сначала Экскалибур цепануть. У меня совсем чуть-чуть. Ну, давай. Чуть-чуть осталось совсем. О, тут можно тренироваться, а какая разница? В смысле, типа... А, вот так? Подожди, у меня уже X15 есть, что? А у тебя тоже есть уже X15? А, блин, ну я забылся, капец. Так, подождите. Уже можно финальный босс. Подождите, а как победы зарабатываются? Просто вытягивать меч? Наверное, да. Сюда, 5000. О, какой красивый Экскалибур. Так, надо переродиться пару разочков, да? Вот так. А, все. Так, куда нам идти теперь? Зона событий. А там портал, видишь? Надо? Видишь портал? Желтый, Next World. Нет, что? До этого. Там... Зона событий. Ну, я не знаю, что у тебя написано. Ладно, зона сейчас событий? Я выйду. Вот сюда. Да, именно туда. Да. Что делать здесь мне? Здесь ты вытянешь меч, который круче вообще-то. Какая-то реклама. Здесь ты вытянешь... Это как в игре кальмара. Боже мой. У тебя там нет рядышком какого-то... Блин, как это на английский? Я не успела перевести на русский. Ну, чемоданчик, где у тебя там всякие эти штучки. Нет. Нормально ты вспомнила, капец. Зато у вас должен быть уже какой-то крутой питомец, если я не ошибаюсь. Да? Где? Как понять? Ага. А в подарках? В подарках? Да. Оп! 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 Боже, нет. Так, сейчас. Что там так было написано? Так, берем. Боку или боку? Да. Так, а что тут есть у меня? Так, X2, пока только X2. О, сейчас будет. Пиши, а попробуй вытащить вот этот меч. Мне кажется, он лучше, чем тот, что у тебя. Ты думаешь? Ага. Что такое говоришь? Ну-ка, давай. Что-то я долго его... Края яичной скорлупы. Ты что? Что? Мне так сказали. Ну, вроде лучше, да. Лопасти кролика. Лопасти кролика. Как вы относитесь к такому названию? Ну... Бесплатный набор питомцев. Требовать бесплатно можно? А, 60 минут. Эх. Хорошенькие. Пиратский воин, питомец. А сколько? 399 рублей, это 90% скидка? Что? Реально? Подожди. Мы сейчас сможем еще вот тут вот там получить. Тут можно купить. А что так дорого? Почему так дорого? Да тут вот за эти купишь. Потом. За кого? За яйца. У меня 3.6. Симпатичный Чико. Яиц? Да, 3.6 яиц. Интересно. Подожди, симпатичный Чико, а подороже обычный Чико. Что такое? В смысле, типа, как это так? О, пасхальный пропуск. Ну-ка сюда. Дайте что-то мне. Вот это бесплатно, да? Там спасибо. Ну, бесплатно. Ага, да. Там что-то есть бесплатно. А ты колесико крутил сверху? Да. Да. Уже? Да. Понятно. Подожди, нет. Или да. Я не помню. Я тоже не крутила. А мне еще нельзя. А так ты играешь уже давно, сидишь там. Молчит, смотрите, стыдно стало. Нет, я хочу просто уже понять, даст мне этот питомец что-то лучше или нет. Ай, ладно, тут я еще сильно слабенькая. А как тут пвпшиться можно? Ну, я хочу кого-то отдубасить уже. Почему ты хочешь с кем-то подраться? Ну, а в этом смысл, понимаешь? Вот всегда, только качаться, это ж неинтересно, надо ж пвпшиться. Почему? Вон, иди в предыдущем мире с боссом мира подерись. Мне кажется, знаете, мне кажется, что если бы было больше подобных игр, ну, типа с пвп, но типа с классным пвп. Знаете, что сразу в голову идет? Вот та игра, которая копирка покемонов, которую мы записываем,
записывали Лани. Ага. Вот там классно, ну там не PvP, но там типа просто босс-файты. И вот такие босс-файты, угу, это прям вообще находка на самом-то деле. Я бы с удовольствием играл в игры с такими боссами, по правде говоря. Но таких игр прям совсем мало. Так, чё, лопасти кролика, сюда. Что-то сильно как-то... Нормально? Да, нормально, отлично. Так, лопасти кролика на месте. Качка пошла лютая, лютая качка, так, требуем. А ты как это? Ты сильнее, чем я скоро станешь? Чего? Ты чё? Почему? Ты совсем? Так у меня только вон 7,8. А как ты так? А я не понимаю. А я не перерождался. Может, так поэтому? Я давно тоже перерождалась. А чё ты как-то слабенько идёшь? Вот я не понимаю, а чё ты так слабенько, слышь, идёшь? Может, ты, может, ты так... вот тут вот не экипировала? А у тебя по сколько плюс идёт? 9. И у меня. А чё такое, Лан? Не понимаю, ты лучше кликаешь, что ли? Да я не кликаю, я вон автопоезд, руки убрал, ручки, да? Поднял, все, а-а-а. Нет, вот, опа, все, а что ты думаешь? Нет? Автопоезд, значит, ясненько. Автопоезд, а ты что, не автопоезд? Да нет, я сама кликала, думала, так лучше, оказывается, нет. Видимо, нет, видимо, не лучше. Так, а может, питомчиков каких-то тут цепануть, где они тут есть? Ну тут же надо сотку на них накопить, вот, магазин. А что-то дорого. А что так... это? О, сколько мощность? Вот, вот именно поэтому я на них и коплю, Ёж. Так, подожди, а сколько стоит X2 яйца, 125 робоксов? Уверен? Нет, не уверен. Так, слушай, а я уже вытащила следующий. 75 дали! 75! Я пошла покупать питомца. А мне не хватит, блин, у меня 21,6. Может, реально купить X2? Да нет, нормально, сейчас хватит. Подожди, а я же могу лопасти кролика вытягивать еще раз, правильно? А, ну да, могу. А, так а чё я? Да, ты можешь нажать автоматическая борьба и всё, вытягивать. Точняк, точняк. А чё это я так? Не подумал, не подумал. Непонятно, Лен. Угу. А ты тут что, до сих пор без кролика? Да, не знаю. А? Подожди, стоп. Так получилось. А у меня лопасти кролика или не лопасти кролика? Подожди. А где, подожди, а где мой меч? Лопасти кролика. А там можно экипировать лучшего просто. А, я не тот... ошибка. Ошибка. А, по-моему, в этом мире не важно, какой у тебя меч. А, да, не важно, действительно. Тоже по 9 идет. Да. Шок. Так, набрала себе питомцев. Сделаю его золотым. Теперь он дает 172 тысячи. Что? Чего? Ты чё? А почему у тебя силы меньше, чем у меня? Лан, объяснись, да, пожалуйста. Не знаю. Я не понимаю, почему так. О, слышь, ты, у тебя коса прикольная. Да. Ну все, теперь ты сейчас будешь побеждать меня, нет? Нет, коса тут почему-то не работает. И я что-то не поняла, почему нам нужно 100 миллионов. А как бы 100 миллионов тут никак заработать? Ой. Ну только может... 20 миллионов. У меня 10 тысяч. Может, за счет питомчиков или нет? Как? Питомчики вроде как-то не улучшают. А что они дают вообще, эти понимаю, питомчики? Я не понимаю, они должны давать в другом мире. Пошли, вернемся. Нет, я хочу сначала выбить вот это вот возобновление жнецов. Жесткий, нравится. Так, рекомендуемая сила 12 тысяч. Автоматическая борьба, поехали. Сейчас посмотрим, как справится ботик мой. О, слышь, нифига, все, я работаю. Я работаю, плюс 90. Нормально, поехали еще. Борись, уважаемый жнец. Я прошла следующий мир тоже благодаря этому цыпленку. Так, ребят, минуточку, а что-то у меня тут тудунькнуло, как будто... О! Покрутяшка, да? Подожди, нет. А, да. Нет? Домашнее животное. А у меня покрутяшка есть. А, покрутяшка тоже есть, да. Как? Люк бесплатно, поехали, люк. Да. Так, что тут у нас? Такс, мифический, королева кого-то там. Что? Мифический? Да. Мне выпал инопланетян. Дает... Ну тогда, королева инопланетян. Слушайте, ребят, какими бы они классными ни были, пасхальные 285, это вообще фигня, да, да. Нам нужно целую кучу пасхальных, видимо, купить. Видать, да. Слушайте, а я хочу купить вот этого следующего пасхального. Он будет того стоить или нет? Ну да. И вот этого еще. Чё, давайте тогда чуть дальше пройдем, может быть, ну-ка. Ну, вообще-то... Так, качка пошла. Ну, вообще-то нет, надо вернуться сюда. Куда? Чтобы добыть этого пасхального еще. А ты за 1000 купил? Так, я купил за 1000 и за 100. Эквип и эквип. Так, ну-ка смотрим, что тут. А, да? Да? Ага. Подожди, так темный принц, уважаемый, это самое сейчас.
Какой там темный принц? Давай быстренько разберемся с тобой. Все, в принципе, спасибо большое. Хорошо, а что мне делать-то надо дальше? А, вот победа. Ну тогда пойдемте дальше. Хорошо, качаемся. Качка пошла, лютая качка. Так, подождите, а зачем мне? Так я просто этого злого принца тогда бахну, правильно? Да. Злой принц. Извини, но у меня уже 200 миллиардов. А, да. Что-то подубасились с ним. Понятно, спасибо. Сколько мне нужно? 20 миллионов. У меня как раз... Что? За ночной меч потяните? Вот это? Вот это надо, что ли? Оно мне не нужен, наверное. Ну да, он мне не нужен. Да. Ну, было бы обидно, если бы мы нашли этот ивент после того, как прошли несколько миров. Это правда. Так что я считаю, что все верно. Слушайте, а надо вообще перерождаться, как вы считаете? Да, у тебя победу же не забирают. Ну, я это делаю. Ну, вернее, ты за победу перерождаешься, забирают силу, но ты быстро ее накопишь со своими суперпитомцами. Интересно, интересно. Да, ребят, реально затягивает эта игра, потому что, смотрите, я себе уже сделал золотых чувачков. Чико. Симпатичного Чико. Ладно, как это на английском вообще? Как оно там выглядит на английском? Чико. Йоши, а у тебя этот, есть шоколадное яйцо. Шоколадное яйцо очень надо. Да, там за события сколько? Дается. Сколько? Мне 750. Ладно. Как же она заигнорила, да? Йоши, возьми шоколадное за ивент. Так, ладно. 750 тысяч, я понял. Нормально, нормально, ладно. Спасибо за подсказку. Пожалуйста. Действительно полезность. Полезно, действительно стало. Так, можно попробовать экстремальный вот этот вот загасить. Ну-ка, экстремальный, поехали. Ну да, да. Ладно, это легко, вполне себе. О, а меч теперь, что он теперь? Ну-ка, сейчас. Нет, тот меч ты бери, который коса. Коса все равно круче. Коса круче? Намного круче. Хорошо, понял. Действительно круче. Короче, ребят, я думаю, мы не сможем закончить видос иначе, если я вот сейчас-то не сделаю. Так что, если вам тоже зашла вот эта вот фиговина, которая не отпускает нас, можете написать об этом в комментариях. И на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.